Простые наблюдения в быту или опыты говорят о выталкивающем действии жидкости на находящиеся в ней тела. Благодаря выталкивающей силе тела, погруженные в жидкость, кажутся более легкими. Если к грузу, стоящему на опоре, прикрепить пружину, а к другому концу приложить усилие, направленное вертикально вверх, то к моменту отделения груза от опоры пружина должна быть значительно растянута. Возникающая при этом сила упругости будет уравновешивать силу тяжести, действующей на груз. Погрузим тело с прикрепленной к нему пружиной в воду так, чтобы груз стоял на дне сосуда. В момент отрыва тела от опоры пружина будет растянута в значительно меньшей степени, чем в предыдущем опыте. Тело в воде оказывается легче, чем в воздухе, благодаря тому, что вода действует на него с некоторой силой, направленной вертикально вверх.